Время 6 утра. Всем доброе утро. Движемся в сторону озера Оселково. Всех приветствую. Давно с вами не виделись. Сегодня у нас 24 декабря. Так поздно сезон зимней рыбалки я не открывала. Можно сказать, никогда. Вот. Наконец-то нахожусь на озере Василково. Народу очень много сегодня воскресенье, поэтому на изменчиво не поехала там вчера. Жуть, что творилось. Поэтому вот сегодня приехала через платную парковку. 300 рублей. То спокойствие за машину, за парковочное место. Сегодня у меня цель именно просто открыть сезон и отдохнуть. На улице прям чудесно, народу много, светит солнышко. Вот только что поставила палаточку, чуть-чуть поймала. И вот пока затишье. Она там есть, прям видно по поплавку очень хорошо. Но вот зараза не берет. Ну ничего, отдыхаем. Вот она. Для камеры, молодец какая, клюнула. Периодически поддеваю опарыша, чуть-чуть добавляю криля. В общем, все тут стабильно. Зараза такая. Вот. Та-та-та. Она там есть, но не прям активно, чтобы брать, не берет. Вот она. О, Наташка. Натали. Сегодня забираю мелкую Натали. У меня дома теперь живет ворона. Она очень любит рыбу. Теперь я забираю мелкую Машку. Рассвет. Точнее, восход. Восход солнышка. Вот. Чуть-чуть на Машке. Такая вот малородочка. Попалась одна комбалюшка. Сижу. Сейчас скажу, часа полтора. Это считаю очень плохой. О, вот такой дружок, пирожок клюнул. Так, тихо. Да, остановись, тогда я тебе сниму. Ну, таких мы, естественно, отпускаем. Пускай живет. Рыба что-то совсем одурела. Не клюет, поэтому у меня завтрак. Все по стабильному наборчику. Лучок, сальце, колбаска. Приятного аппетита. Время час дня, перебазировалась, что-то на предыдущем месте совсем клев прекратился. Вот сейчас пересела, вроде что-то поклевывать потихонечку. Время час дня, тепло на улице, хорошо. О, что-то клюет. Оп, не успела. Бережнее. И вот тут вот за палатками протока. В общем, не знаю, у кого как, а у меня сегодня рыбалку вывозит Хаябуса Спешл. Бирюзовые крючочки и немножко опарыша. Ну, в основном и без него клюет. Такое двоечко. Сошла Натали. Хаябуса Спешл у меня сегодня двоечка прям отруливает. Не знаю, другие сегодня гирлянды почему-то ни в какую не хотят.
Солнышко припекает хорошо. Не знаю, сейчас градусов 8, наверное. Ветра нет, хорошо. Поэтому даже палатку второй раз не стала разбирать. Ну давай, клювай, у тебя же клюв. Как камера включается, так ничего и не клювается. Опа, есть, вот она хорошая. Зубаря, кстати, сегодня ни одного не попалось. Так, хорошая для буса эта корешка такая. Да подожди, не трепешить. Такой достаточно хороший размерчик. Непонятно, она иногда подо льдом прям клюет, а иногда со дна. Опять играет. Лед, кстати, сантиметров 20, местами 25. Такой прям крепкий, хороший. Слоями. Потому что то дождь, то снег. Так, так себе бурится, конечно. Ну давай. Народ туда-сюда ходит. Клёва постоянного прям такого нет. Где-то лучше, где-то хуже. Вот она. Тык-тык-тык-тык. Опа. Вот это лось. Прям как с измены. Вот это лосяш. Прям вообще топ. Вот она. Ну, я решила сегодня прокатиться на Буссе, озеро Василковое, правильное название, и все-таки отсюда начать открытие, как и положено. Так, что-то клюнуло, вот она, красотка, наконец-то. Да нет. Вот еще поклевочка, ой, господи, пескарик, всем. Ну, сегодня я забираю все новому питомцу пропитание. Так, ветер начал мне тут все путать. Вот она. Да, она бирюзовая лучше ловится. Но гирлянду же надо обмыть, так сказать. Рабочая. Просто вот сегодняшний не цвет. Барби сегодня не в тренде. На выселках. Вот развернулась спиной к морю. Ветер прям мерзкий, холодный. Парень передо мной сидит. Спит. Он что-то прямо сидит. Уже ему хорошо. Друзья над ним стебутся. Ну, я считаю, у меня сегодня открытие вообще шикарное. У меня количество ни к чему. У меня на, ой, на вагу корешку малоротую дома как-то не очень любят. Едят так, на один разочек чисто. Пожарить, ушить, сварить и все. Поэтому я очень довольна. Завтра попробую распечатать сезон на изменчивом еще. Ну и тут осталось сколько там? Дней 8 и Новый год. Да, сегодня 24-е. Еще чуть-чуть и Новый год. Вот она. Да, на бирюзовую все-таки лучше. Вот сразу опустила и сразу же поклевка. Не день Барби. Ладно. Всякое бывает. Видимо, погода тоже влияет. Меняется туда-сюда. Парень устал окончательно уже. Совсем со стула укатил. Опа. Рыбу выпидывает. Друзья подкалывают, капец. Вот она. Красотка. Ну, все, открытием довольна. Сотню штук своих поймала. Ровно 100 штук. Там была там навашка еще. Погода испортилась. Так что домой. На сегодня хватит.
Ну что, день открытия рыбалки сезона 2023-2024 успешно завершен. Поймала я ровно сотню штук. Мне больше не нужно. Вот, собралась, иду домой. Ну и погода испортилась. Затянула, ветер холодный. Народу. Народу хватает. Вот, катимся с саночками. Над морем там вообще что-то повисло. Извините, я вас уронила. Сегодня у меня именно был день открытия. За количеством вообще не гналась. Рыбка ловилась стабильно, но не активно. Нет-нет, ловится. Нет-нет-нет-нет. Ловится нет. Вот так вот. В общем, сейчас время 3 часа дня. Сменила 3 места. Вот, последнее более было успешно. Там с самого утра люди и ловили более успешно. Ну, я как бы не гонюсь за рыбой. Мне главное было наконец-то открыть сезон. Потому что сегодня 24 декабря. Это для меня что-то необычное. Обычно я в конце ноября, либо в начале декабря открываю сезон. А тут конец уже. Уже вот-вот Новый год через недельку, как говорится. В общем, я счастлива. Получила кучу эмоций. Познакомилась на льду с новыми людьми. Всем ни хвоста, ни чешуи.